вам серого или полосатого. В Республике кошек прошла выставка-раздача домашних питомцев. Мадлен, взрослая кошка, живет в приюте уже 4 года. Так ее никто еще и не заметил. Мадлен и еще 20 ее пушистых товарищей ищут себе новых хозяев. Сейчас они живут в приюте «Второй шанс» и иногда выезжают на выставки в поисках заботливых рук. Тема сегодняшней встречи – «Алиса в стране чудес». Сегодня у нас зазеркалье, у нас есть красная королева, у нас есть Алиса, у нас есть кролик. Кот Гоген – знаменитость. Про него написали несколько статей. Он первым нашел себе нового хозяина. Раньше Гоген жил и работал в Эрмитаже, потом в кафе. Но от общественной работы устал и захотел на покой. Гоген нам нравится. Он очень умный, он спокойный, он ласковый, в общем-то, и детей не боится. Котов выдают строго по одной штуке в руки, по паспорту и с обещанием любить и заботиться о питомце. Обычно около половины хвостатых после таких смотрин находят себе новые дома. Это ж такая радость. Мы уже вот и переносочка у нас здесь нагретая, мы купили такой вот кошачий корм. Раздачу котов «Республика кошек» устраивает каждый месяц, а в самом приюте «Второй шанс» выставка котов работает каждый день. Добрых хозяев ждут около 600 питомцев.